Вау, ребята, всем привет! Вы посмотрите, тут целых три таких огромных кучи с этими квадратами. И мы сейчас их будем всех побеждать. А ну-ка, взрываемся. Так. А, у нас всего лишь один шарик. Эй. Так, так. Ну. Так, ну это было не очень хорошо, но мы продолжим уже в более удобном месте. Это вот здесь. Так, так. Оп. И теперь ломаем. Так, что-то не сломалось. Угу. Ну, так себе на самом деле, так себе. Так. Мы теперь делаем вот так. Так, так, ты будешь падать. Эй. Отлично. Так, что тут все само, что ли, сломается? Или все-таки нет? Ну. Так, а вот это. Вот это уже вопросик. Но мы в этом вопросике разобрались лучше всех. Так, это что тут за кораблик? Смотрите, стекляшки. Такое ощущение, как будто это кораблик тут. Что придумали? Так, значит, мы вот сюда будем так. Опа. Эй, почему она не прорвала их на кораблик? А что ты будешь делать? Вот так вот. Такс. Нет, нужно заново переигрывать. Вы что? Это что за кораблик этот? Все. Дело сделано. И теперь, наверное, надо вверх самый как-то толкнуть попытаться. И мы ничего не толкнули. Что за конструкции тут такие? Вот так вот, что ли, еще выше? Да вы ты посмотрите на это. Ну, ты будешь падать, а? Вот так, вот так. Наконец-таки. Все. И теперь получается. Хе-хе-хе. Мы победили. Мы тут прошли. Здорово, хочу сказать. Поехали дальше. Смотрите, у нас тут какой-то корабль пиратов. И на этом корабле обитают наши злые квадратики. Давайте вот сюда им. Так. Понятненько. Мне нужно в динамит попасть, хоть в какой-то динамитик. Такс. Полетели. Из-за того, что мы попали в камешек, мы не пробили там, но всего. Конец вашему кораблю. Будем снизу сюда лететь пробивать. Так, ребята. Сейчас мы можем пробиться. Да. Почему не все вместе? Так, ну хорошо. Смотрите, что они делают. Они тут держат вот этого вот шарика. Вот злодей. Так, конструкция ломается потихонечку. Оп. Оп. Вот так. Так, вот так. Оп. Все заново придется. Нужно план, ребята. Нам нужен план. Так. Неплохо. Пока еще вот эту вот штукенцию. Которая не хочет падать, я специально в нее стрельну, потому что камень этот непробиваемый напросто. Просто непробиваемый.
Так. Нет, ну вы посмотрите. Вы посмотрите на это. Вот как это должно было случиться. Так. Чё там? Чё там? Кубик, кубик. Так. Да там же явный перевес! Почему ты не ломаешься? Ха-ха-ха, ребята! Я вышел из ситуации, у нас осталось только два квадрата. Они будут побеждены. На тебе, камешком! Ребята, вот такая у нас получилась победная серия. Я надеюсь, вам понравилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!